История сценического искусства в нашем городе началась в 1949 году. 30 апреля в перестроенном здании церкви Серафима Саровского по приказу директора объекта Павла Михайловича Зернова открыли театр. А осенью на его сцене состоялась премьера «Гальдони, трактирщицы» и «Роковое наследство Шейнина». Первого режиссера Владимира Николаевича Бернса пригласили в наш город из Малого театра России. Программы и афиши поначалу писали просто от руки. В первой труппе было всего 7 драматических артистов. Но уже к 1953 году их число выросло до 26. Ежегодно театр выпускал 6-7 новых спектаклей. Первыми и постоянными зрителями были ученые, чьи имена сегодня известны всему миру. Андрей Дмитриевич Сахаров, Юлий Борисович Харитон, Евгений Аркадьевич Негин и другие. Новая страница в истории театра началась в 2006 году, когда на проспекте Музрукова состоялось торжественное открытие построенного здания. Яркий образец постмодернизма. В основе архитектурной концепции лежит метафора прорыва культуры сквозь серую повседневность. Из нагромождения грубого гранита наружу прорывается светлый объем, отсылающий к античной классической архитектуре. Так строение характеризовал саровский архитектор Александр Облесимов. Настоящая магия творится под этими сводами. На сцене саровской драмы за эти годы сыграно сотни спектаклей, многие из которых и по сей день хранят в своем сердце саровские зрители. В репертуаре театра самые разнообразные постановки, классика и современное искусство, академические и экспериментальные постановки, спектакли для детей и взрослых. Сценическое искусство сегодня не кануло в лету, а наоборот, пользуется огромным спросом у горожан. Билеты на премьеры разлетаются в считанные часы после того, как попадают в продажу. Любите ли вы театр? Если да, то за что? Театр? Хороший театр был. Спектакли? Да, но мы хотели попасть в наш театр, сестра приехала, билетов нет. Мы там хотя бы встречаемся с кем-то. Вчера были на премьере, было все шикарно, очень понравилось. «Белоснежка и семь гномов» был спектакль. Я еще была летом в лагере, вот ходила на него вместе с классом. Нам очень понравился этот спектакль тем, что он очень добрый, красивый, яркий, красочный. Я бываю довольно, не часто, потому что билетов практически нет. Мне очень нравится, очень хороший спектакль, очень хорошие у нас актеры. Сейчас очень такая талантливая актриса молодая приехала, очень мне нравится ее выступление. Канал 16 поздравляет коллектив драмтеатра с профессиональным праздником – Днем театра. Желаем больших творческих успехов, воплощения идей и вдохновения. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Иващенко, служба новостей, Саров, 24.